Турецкое руководство так и не принесло извинений за сбитый российский бомбардировщик. Президент Эрдоган на протяжении всей кризисной недели менял свою позицию иногда и по несколько раз в день. Сегодня, выступая перед своими сторонниками в городе Балыкесир, заявил, что, цитирую, «больше подобного не повторится». Наша страна, напомню, ждет как минимум официального признания преступного характера атаки на Су-24, но до сих пор из Анкары звучат лишь невнятные слова огорчения. Этот инцидент нас очень огорчил. Мы не хотели, чтобы это случилось, но это случилось. Очень надеюсь, что такого больше не повторится. Этот вопрос мы обсудим и найдем решение. Начиная со вторника, Эрдоган ежедневно давал комментарии к ситуации. Каждое новое его заявление настолько противоречило предыдущему, что глава российского МИДа накануне отметил, выступления турецкого президента отличаются неадекватностью раздвоенной позиции.